Со следующего месяца проезд по автобану Павлодар-Нур-Султан станет платным. Сейчас идет тестирование новой системы. О предстоящих нововведениях сообщили в павлодарском филиале КАЗ «Автожол». Трасса Павлодар-Нур-Султан относится к дорогам первой категории. С ноября станет платной для всех автолюбителей. Стоимость километража будет зависеть от вида транспорта. У нас, получается, остаются с 2013 года неизменными утвержденные постановлением правительства Республики Казахстан за номером 429. Это, получается, для легкового транспорта 1 тенге и от 5 до 25 тенге в зависимости от грузового транспорта. Соответственно, будет изыматься плата. По Павлодарской области это первая дорога, которая вводится платность. Таким образом, учитывая общую протяженность автобана Павлодар-Нур-Султан, за разовый проезд владельцы легковых машин заплатят 380 тенге, а больших грузов и автобусов от 500 до 9000 тенге. По данным нацкомпании, в сутки по данной трассе проезжает до 7000 машин. Основная масса – это транзитные большие грузы. Для того, чтобы не тормозить поток движения, было принято решение вместо шлагбаумов установить специальные арки. Если вы заметите, стоят антенны, все это будет поступать в наш центральный орган, где по факту все будет уже видно. Камеры считывают номера автотранспортного средства, ну и там уже, соответственно, будет начисление идти. Оплатить счет можно онлайн через мобильные приложения. Между тем, для отдельной категории автолюбителей предусмотрена абонентская плата. Владельцы автотранспортных средств, которые живут в населенных пунктах, они будут платить по 1000 тенге. В год. Абонентская плата, да. Получается, они берут соответствующего органа справку о том, что их машина находит. Ну, учет стоит именно в этом населенном пункте. Они пишут заявление, оплачивают 1000 тенге. И, получается, в течение года они могут ездить беспрепятственно по данному участку дороги. Спикер также добавил, что тарифы по Казахстану ниже, чем в большинстве соседних стран. В целом, платные дороги – это мировая практика. Ее внедряют прежде всего для комфорта и безопасности самих водителей, поскольку все вырученные средства будут потрачены на содержание дорог. Дарья Жумабекова, Самал Каликова, Аман Баймбет, Ертес Акпарат.